Я, ну чисто, что тут ганф? Тут не будет бана, блять, я надеюсь. Чё сиськи? Да, чувак, завтра будет крышесносная тусовка. Нет там бана, говорят. Давайте, блядь, не пиздите мне. Курю дерьмо, это сочное сати. Выберу микрорив, мазарив, майдаев. Знайти со мной братья, я готов за них порвать. Я такой дружбе, я мог бы только мечтать. Пиздец, зачем бутыл, все день... бутылку посадили, нахуй, мужика, бля, ебануться. Если не с кем тратить... 3.16 бан, Вова. Это не шутка? Бля, идите... Пацаны, но я, блядь, и серьезно спрашиваю, нахуй. Нужен совет платина, не сможет дать его. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фейм, он не даст тебе взять это. Шоп тает в голове. Ты один, я один, он один, и каждый наедине. Пойму, стану сильней, что я одинок, и один буду лежать в земле. Я не ползу пусть... Бля, как это так сделано, я не понимаю, блять. Слушайте, если с точки зрения это монтаж же или нет, и надеюсь, это не монтаж, он, наверное, как Флинстон, там дырка, блять, в машине, нахуй. Вот они едут за счет того, что он ногами топает по асфальту, блядь. Пойму, стану сильней, что я одинок, и один буду лежать в земле. Я не ползу по стенякам, стенякам. Тону постепенно, теперь на теперь. Моргаю веками, не вижу никого, никого. Курю крапиву букетами, флада, что так, это ну, за методы. Я не знаю, я летаю, для них я не досягаем. Даю дым от сигары, сладкий туман забери, бон. Взорвал и меня не видно, я готов быть ухом. Это такое ощущение, что это я уже где-то слышал, прям мотив похож. Ну, наверное, так как это пацаны два, пацаны один, и, наверное, в этом и прикол. Только мечтать, зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать ему цифры не... Блять, может, реально, типа... Что-то... Или он просто решил дроп... Блять! Или он просто решил дропнуть клип? Наверное, он просто дропнул клип на этот трек, а трек мы давно слышали. Вот и все. Так, вот пацаны один, ну-ка. Так, в чем прикол, блять? Не понял, блять, разницы, но... Порвать, я такой дружбе, я мог бы только мечтать. Зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать ему. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фейм, он не даст тебе взять это. И, наверное, все это сон. Так, блядь, ух ты, сука, твою мать, давай без этих. Позвоночник, я сыграю. Да, блядь! Ставишь все на кон или идешь на кон. Одним из 100 000 таких же людей, у которых дыша грязнее, чем у свиней. Затылок ласкают лишь из-за... Такой, блядь, такое на весь экран я, конечно, в жизни не видел. Повезло, повезло. Но не в этом прикол. Клиспо нормально. О, продакт плейсмент пошел. Чтобы быть на высоте, им танцует на воде. Уважаемый Ион, блядь, пиздец, что за нахуй, почему она ебется, блядь, короче. Уважаемый Ион, зайдите к нам на Twitch, я вас прошу. Зайдите к нам на Twitch. Что-то они не дошли. А у меня скоро такой бренд придет, вы охуеете. Вы охуеете. Скоро такой белый бренд придет. И по картингу все ок. Да какой Принглс, все норм, пацаны. Принглс, Nike, Adidas. Да не-не-не, все это хурма ебать, пацаны. Больше не держу обид. Да блять, что происходит нахуй? Вот и помер нахуй.
Бля, как это снято, я не понимаю. Он типа реально под водой сидел. Ну вот, вот, без, вот просто подумайте, как это снято. Ну там же должны были быть дубли, где он просто сидит и, наверное, дыхание задерживает. Да понятно, что там дырка, блядь, за шею. Я пустой, как мой кошель, блядь. Прикольный графло. Вау, чек не прошлый донат. Я ждал спецом, когда ты видосы будешь смотреть. Ссылка удалена. Прикольно. Слушайте, неплохой, неплохой клипчик, мне нравится. Вот только не понял прикола трек «Пацаны» и «Пацаны 2». Он отличается припевом или чем он отличается? Я вот так и недопонял. Да слушай, «Пацаны 1». Все деньги и слабы, то прикроют сзади. Зачем тебе фейм, он не даст тебе взять это. Так, блять, понял. Неплохо, «Пацаны 2» заебись. Мне понравилось. «Пацаны 2» лучше намного.